Фанаты группы Scooter, а также просто любители крутой электронной музыки, привет вам! Как мы и обещали в новогоднем послании, контента на нашем канале о Scooter прибавится. Мы подумали и пришли к тому, что уже очень популярны сейчас всевозможные топы и рейтинги. И чтобы не оставаться в стороне от волны хайпа и трендов, ловите новую рубрику под названием «Топ-топ-топ о Scooter». И первым роликом в этой рубрике мы расскажем вам о топ-8 интересных фактов о группе Scooter, о которых вы, возможно, что-то слышали, но могли по каким-то причинам забыть. Итак, поехали! Начнем с простенького и для тех, кто совсем не в курсе, что тут происходит. В умах и сердцах меломанов 90-х и начала 2000-х группа Scooter ассоциировалась только с одним персонажем – солистом H.P. Бакстером. Именно он выдает громогласные речитативы чуть менее, чем во всех треках группы, а также является ее лицом уже на протяжении 25 лет. Безусловно, без светловолосого Бакстера представить себе Scooter довольно сложно, однако следует учитывать, что Scooter не просто так называют группой, ведь за спиной солиста всегда стояли еще два участника, образуя таким образом трио. Собственно, в разные годы состав коллектива менялся, одни люди уходили, другие приходили, но об этом чуть позже. Но количественное значение не менялось никогда. Теперь ты знаешь чуть больше и можешь козырять своими знаниями в разговорах с пьяным другом, который до сих пор называет Scooter «он». Вот же какая штука. Будучи немецкоговорящей бандой, Scooter категорически игнорирует родной язык в своем творчестве. За все 25 лет активного существования Бакстер согласился на исполнение только 3 треков на немецком. Их название вы можете увидеть сейчас на экране. Все остальное творчество парней звучит исключительно на английском языке. И это на самом-то деле неудивительно. Когда самого H.P. Бакстера спрашивали об этом в одном из интервью, он сказал, что, во-первых, английский язык гораздо лучше воспринимается массовым слушателем и проще в обработке, а во-вторых, группа изначально делала ставку на международный успех и признание, чего со сложным для нежного уха европейцев и американцев немецким языком добиться было бы почти невозможно. Собственно, еще до проекта Scooter, Бакстер и его бывший коллега по цеху Рик Джордан трудились в группе Celebrate the None, в которой также упор делался на английский. Такие дела. Воу-воу-воу-воу, стоп-стоп-стоп. Оставьте-ка свои смешки и уберите пальцы от висков. Сейчас абсолютно серьезно. Группа Scooter практически официально является кавер-бендом. Конечно же, не из серии группы Фрукты с шоу «Вечерний Ургант», но все же. H.P. Baxter и компания уже 25 лет занимаются тем, что берут понравившиеся им композиции или мелодии, перерабатывают их на свой лад и выпускают под соусом свежего творчества. Да это же просто воровство, скажете вы. Это еще более сложный творческий процесс, когда тебе нужно умело переработать уже существующую песню и так, чтобы она понравилась всем, отвечает менеджер группы Йен Стелли. А самое интересное, что даже эту идею с таким своеобразным переосмыслением треков других исполнителей Scooter украли. Британский коллектив The KLF начал промышлять подобным еще в 80-х. Эту фишку HP и компания умело подсекли в 90-х и довольно успешно используют ее вплоть до 2019 года. Как мы уже говорили ранее в факте номер один, состав группы Scooter регулярно терпит изменения. В основном это касалось третьего участника коллектива, и долгое время бессменными были только две фигуры. Собственно, солист и лицо бэнда H.P. Baxter и главный аранжировщик Рик Джордан. Причем в период с 1995 по 2006 год пресловутые третьи участники менялись ровно каждые 4 года. И с самой первой замены подобные действия сами Scooter стали отождествлять со сменой главы собственного творчества. Последовательные изменения в составе вы можете увидеть сейчас на экране. А я пока отмечу, что на данный момент группа уже вступила в главу под номером 6. В 2013 году из коллектива внезапно самоустранился сооснователь Рик Джордан, и в группе остался единственный член самой первой главы H.P. Baxter. Собственно, все творчество Scooter можно соотнести с чтением книги, ибо каждая новая глава привносила работу над новыми жанрами и стилями, что со временем стало настоящей визитной карточкой коллектива. Масштаб феерической карьеры группы Scooter можно очень просто оценить именно этим фактом. На протяжении всей карьеры раз в год и 4 месяца немцы выдавали и до сих пор выдают по одному полноценному студийному альбому. О количестве синглов даже страшно заикнуться. Более 2 в год, стабильно, в течение 25 лет. Такой работоспособности можно только позавидовать. Для сравнения, основные конкуренты Scooter среди фанатов ранних 2000-х – The Prodigy. За тот же период времени выпустили всего 7 студийников, соотечественники из группы Rammstein – 6.
оккультовые зубры электроники Daft Punk и Андрей Губин всего по 4. И да, можно спорить о качестве материала, который группа Scooter выдает хоть и чаще, но далеко не всегда лучше вышеописанных товарищей. Сам факт такой конвейерности, которая держит ребят на мировой сцене, до сих пор не отметить никак нельзя. Губин, прости, тут ты проиграл. Это сегодня каждый второй артист или музыкант может придумать себе по 5-6 алиасов и спокойно писать музыку как бы от лица разных исполнителей, но тогда этот формат творчества был менее распространен, да и понять, кто на самом деле кроется за тем или иным творческим псевдонимом, было сложнее. Парни из Scooter умело воспользовались этим фактом, запустив в 2000 году сайт-проект Retty. В то время критика Scooter была достаточно распространена, и большинство хедлайнеров танцевальной сцены, не выкупив, кто такие Retty на самом деле, высоко оценили творчество этого проекта. Однако, когда правда все же открылась миру, те же самые хедлайнеры были удивлены и разочарованы одновременно. Доходило даже до того, что винилы Retty просто ломались диджеями в ярости от того, что фактически они играли группу Scooter. Помимо этого, участники Scooter в разные периоды времени запускали такие проекты, как Celebrate the Nun, The Loop, Cosmos Fit, Mary Kay, Sunbeam и Crystal, а также активно участвовали в разные годы в благотворительных историях Love Message, Bravo All Stars и Dance United. Ну красавцы же, что тут скажешь? В факте номер 4 мы упоминали об этом вскользь, но сейчас объясним подробнее. В далеком 1995 году Scooter начали свое мировое шествие с творчества в жанре хэппи хардкор. С течением времени, а также под влиянием смены составов коллектива, учитывая изменения в мировых музыкальных тенденциях, парни осваивали для себя все большее количество стилей и жанров. Например, транс, техно, диско, хендзап, хардкор, хардстайл. И даже стали авторами одной из первых техно-баллад в истории. Правда, эти данные являются недостаточно точными, но звучит масштабненько. В один прекрасный момент HP и компания и вовсе вывели для себя и для фанатов собственный уникальный жанр – скутер-техно. И действительно, в чистом виде ни одна из аранжировок группы не подходила под классическое описание особенностей того или иного жанра. Музыканты часто дополняли и вносили разнообразие в звучание, будь то транс или электрохаус, или техно. Это сделало звучание группы уникальным, не похожим на конкурентов, а самое главное, узнаваемым и приятным для уха массового слушателя. Как водится, признание не заставило себя долго ждать. Дорогие зрители, а теперь внимание. Сейчас для многих из вас будет шок. Scooter еще существует. Да-да-да, и причем довольно успешно. После небывалой мировой феерии по трекам Fire, How Much Is The Fish и Ramp The Logical Song, популярность группы действительно потихоньку угасала, но вот что важно, именитые немцы все еще в огромном порядке. Судите сами, в 2008 году Scooter выпустили альбом Jumpin' All Over The World, который в первую неделю продаж занял первое место в Великобритании, а также собрал множество мировых наград. В 2010 году сингл Stuck On Replay стал официальным гимном чемпионата мира по хоккею в Германии. В 2018 и в 2019 годах Scooter все чаще зовут выступать на популярных мировых музыкальных фестивалях, в числе которых, например, берлинский фест Lollapalooza. И это далеко не все. Погуглив, вы сможете найти куда больше достижений парней после начала 2000-х, поэтому даже не сомневайтесь, Scooter еще на плаву. Эгегей! Ну что же, теперь вы знаете о группе Scooter, если не все, то явно намного больше. Надеюсь, вам понравилось это видео, и если оно наберет 50 лайков или больше, ну а вдруг. В следующем видео я расскажу о 8 фактах из жизни и творчества Scooter, о которых вы точно никогда не слышали. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал перевода интервью Scooter, а также на паблику Scooter ВКонтакте, ссылку я оставлю в описании. Ну и как вы уже поняли, ставьте лайк этому видео и обязательно нажмите колокольчик, а не то следующий видос может случайно так пройти мимо вас. С вами был Колян, всем пока.